21 февраля 1791 года родился Карл Черни. Это ученик Бетховена. Ну, у нас тут был молодой пианист. Все молодые музыканты в основном. И я абсолютно все играю этюды Карла Черни. Это как бы начальная школа фортепианной игры. 23 февраля родился Георг Фридрих Гендель. Полный ровесник Иоганна Себастьяна Баха. Они оба родились в 1685 году. Это две мощнейшие фигуры в немецкой музыке. Только Бах, он больше всего был прославлен в церковной музыкальной культуре. Он был органистом, он все время служил в церкви. А Георг Фридрих Гендель — это был абсолютно светский человек. Он, конечно, писал и культовую музыку, но он в основном уже писал оперы. И он продолжительную часть жизни он жил в Англии, в Лондоне, и его до сих пор делят, он немецкий или английский композитор. Вот разница. Значит, один из моих любимчиков, 29 февраля, родился Джоаккино Россини, известный итальянский композитор, известный автор комической оперы. У нас идет «Сибирский цирюльник», но надо сказать, что хоть он сам был весельчак и повар, и все время шутил, есть прямо сборники его анекдотов, и писал он комическую оперу, но ему приходилось это делать, потому что комическая опера имела большой успех. Она была как бы хорошо кредитооплачиваема, и он очень талантливо писал, хотя исполнять это виртуозно очень сложно. Вот. Но на самом деле, к концу жизни Джоаккино Россини написал прекрасную камерную музыку, он писал культовую музыку, он хотел писать более драматические произведения, но не было спроса, это не было кредитоспособно, но он умел и то, и другое.